Да, ну, собственно, сейчас нас ждет интересный челлендж. Надо будет перебежать дорогу на ту сторону улицы. Вот крайняя стеночка, как она нас прикрывает от огромного района, в котором идут бои. Вот если можете видеть, вон буквально горит девятиэтажка. Это танкисты работают. Да, работают танкисты. Вот там находятся снайпера украинские. Возможно, в той 16-этажке тоже. Ну что, ребят, с Богом, я первый погнал.